Клиника без врачей. На празднике в больнице скорой помощи во Львове помощи ждать не от кого, как утверждают местные активисты. Куда делись медики и что делать пациентам, выясняла Галина Якушко. На этом видео львовская активистка Галина Янко ходит по второму неврологическому отделению больницы скорой помощи. В пустых коридорах даже слышно стук каблуков. Женщина ищет врача. Ее бабушку доставили сюда с инсультом вчера с утра на Рождество. Ни один врач к пациентке не пришел. Как их соседки по палате, тоже пожилой женщине. Людина горит в комнате, шукает лекаря. Лекаря немає. Ярослав Юрьевич, не бачила я лекаря, тут уже другу годину. Жодному пациенту вы не проверили тиск. В своих комментариях пользователи интернета тоже рассказывают подобные истории. Мол, если у больного нет родных, которые будут требовать появления врача, к нему никто не придет. Сегодня 8 января, тоже выходной, на часах 11 утра. Мы идем в больницу скорой помощи, посмотрим, есть ли врачи сегодня на рабочих местах. Дверь в ординаторскую закрыта на ключ. В коридоре встречаем медсестру, просим позвать врача. Зараз одну хвильку, я можу тут переставить, зачекайте, я зараз ему зателефоную. Дежурный врач появляется через час, завидев нашу камеру, пытается скрыться. Мне заважает, я с хворобой працюю, мать аж совесть. В этом отделении около 70 больных, у большинства инсульт, некоторые не могут передвигаться. На дежурстве 4 медсестры, санитарки и один врач. Активистка Галина Янко уверена, уделить внимание всем он не в состоянии. Если подивитися по графику обходу лекарей с 9 до 10, это година часу. Теперь делим 60 хвилин на 71 пациента. Это є сколько? Майже 85 секунд. Як людей мають тут виходжувати? Як їх мають лікувати за 85 секунд? Впрочем, есть и такие пациенты, которых ничего не смущает. Проблема с мамой это есть. Попросил, пошел, подивився, все нормально. В управлении здравоохранения такое количество медперсонала в выходной день считают нормой. Мол, со всеми больными справляются. Это расхожа побутова думка, что лікар має сидіти і тримати за руку. Це неправда, ніде в світі такого немає. Я вам скажу, робити заяви про те, що відсутні лікарі лікарської допомоги, це заяви позбавлені будь-якого здорового глузду. Впрочем, увеличить количество врачей и медсестер вполне возможно. Вот только для этого нужно сократить расходы и закрыть как минимум две больницы в городе. Естественно, на такие меры никто в департаменте здравоохранения не пойдет. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер, Львов.